Ахой! С вами снова Паузер. Развлечения в НЕС продолжаются. В прошлый раз мы смогли запотеть и пройти... Сколько там? 6, по-моему, игр. Сейчас, секундочку. Да, 6 игр. Снова 6 игр. Камбэкнули к первому дню. Сильнее всего дал удар по общему времени прохождения... Circus Charlie, которым почти час просидели. Просто жесть. Так, Эльфланд почему-то у меня выделен, кстати. Желтым цветом, странно. А, я Эльфланд время не засек. Точно надо будет поправить. Я забыл. Короче, Circus Charlie самый жесткий был. Остальное, в принципе, такое несложное было. Ниндзя Кун, единственное, не сразу... Понятно было, как проще всего это проходить его. Но в итоге оказалось не так сложно. Если правильно там приноровиться, так сказать. Вот. На самом деле, все с Чарли тоже не сложно. Нам просто надо понять, как лучше проходить. Первые два уровня там супер простые. Третий со второго раза, грубо говоря, там понятно тоже простой. Четвертый вот с лошадью. Я в итоге выработал тактику, по которой... Стало просто проходить. А пятый, ну, как будто бы тоже несложно, просто надо было, не сразу понятно было, что надо делать, а потом до него дойти было не так быстро. Вот, такие дела. Spartan X, непонятно, вот мы играли в Spartan X 2, по сути. У меня предположение, что здесь как бы имелся в виду именно вторая часть, потому что первая я не нашел в ромах, есть только вот Spartan X 2. Ну, не суть важно, короче, прикольная, забавная игра. Типа, как будто бы как прародитель Double Dragon, но мне кажется, она вышла позже, или не знаю. На самом деле, наверное, нельзя сказать, что она там прародитель или еще что-то. Ну, такая забавная, короче, игра. Вот. Bird Week какая-то была. Ну, какая-то, ну, не знаю, не детскую не назовешь, но... Сомнительная, короче, игра. Вот. А последнее мы вырыли, получается, Super Arabian. Там надо пройти 4 уровня. Но мы предположили, что 4 уровня, это имеется в виду 4 там страницы, потому что что-то как будто бы уровень 1 это очень много. А вот 4 страницы пройти не так быстро, на самом деле. То есть там первые 3, по-моему, простые, а 4 какой-то конченый начинается. Так что сейчас попробуем его попройти. Ну, заодно можно будет проверить, конечно, сколько вот страниц надо на прохождение уровня именно. Но как будто бы до хрена. Так. Таймер, наверное, оставим вот с того момента, как я тогда начал. Потому что все-таки я там поиграл. Немного. Поэтому просто с этого времени стартанем. Сейчас только включим игру. Так, хорошо. Че, звука нет? Где звук? Он засейв-стейтил, ничего себе. Че, где звук? Звук есть. А, все нормально, звук есть. Окей. Стоп. Таймер врубаем. Поехали дальше. О, фига, он типа... Что за... Только давай, ползи, ползи. На нахрен, хлебало тебе просто. Ай, блин, не та кнопка. Что там за птицы летают? Тактический ресет. Тактический ресет. Что-то я лоханулся. Ладно. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет нормально. Сейчас я кнопочки не перестану путать. На нахрен. Он так забавно улетает, пипец.
Ну сползай. Просто боюсь, что он мне на голову начнет сползать. Опять кнопки перепутал. Ладно, не сойдет. Алмаин. Что за слово Алмаин? Интересно. Страница 2. Да блин, что я кнопки путаю? Капец какой-то. Давай. Да что ты делаешь? Да, да что? Да, да хватайся. Да ядрёно корень. Чего он не хватается, ты не понял? В тот раз все нормально было. Да... Что такое? Ядрить, колотить. Ну что, надо в мега... В мегапиксели? Блин, в мини-пиксели попасть. Ядрить, правда? А что? Пец. Какого хрена? Да блин. В тот раз вообще трудности не составило пройти этот уровень. В этот раз что-то за лиана не цепляется, ни хрена не делает. А! Фу. Да блин, опять кнопки прикрыли. Что за жесть с кнопками? Человек... Да что? Что его так сносит в сторону-то? Капец какой-то. Оп. Так, сейчас получше кусок. На. Нахрен, под зад. Давай быстрее. А что сверху летает с говнина? Ну ладно, типа, не знаю, ястреб, орел. Хер знает. Набора какая-то. Какой от нее толк? Она мне напоминает из Эсклаймера этого Айста, блин. Вот этот я вроде прошел, блин. Или ни хрена. Как раз я на этом застрял. Что за... Нет, я благодарен, конечно. Да... А какого хрена? А они все рядом, разом улетают. Ха. Прикол. Слышь, да ковер самолет. Да блин. Да ё... Черт, еще не хватало, чтобы он улетел у меня. Да что за... Уровень говна-то какой. Помню, мы его раз не прошли, насколько я помню. Да блин, а ты запрыгивать будешь уже? Или чё? Да, да я нажал вовремя. Конченый уровень. Ты охренел? Да блин, как это бесит! Как на этот сраный ковры запрыгивать-то? Угу. Да... Что? Я его пнул! Блин... Уродский уровень... Дебильный ковер, точнее. Я бы не удивился, если бы сейчас отъехал нахрен. Да куда ты? Блин. Да куда? Вниз ты полетел. Давай без говна. Не падай вниз. Что? Что меня убило?
Я даже не понял, что меня убило, нахрен. Какое говно, уровень просто пипец. Что же здесь уровень? Интересно, сколько здесь уровней? Это просто... Если такое конченая хрень на третьей странице, даже не уровни. Да что там на уровнях? Чё, умай? Почему умай? А, еще букву пропустили, нифига. Какая-то. Олмайна? Подождите, как? А надо правильно слово собрать еще, небось. Теперь это какой-то бонус дают. Подождите, это обучающая игра, что ли, нахрен? Ползи, 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 ползи. Да, бонус за правильное слово. Да вы чё, конченые, что ли? Правильно, раббит. Блин, как я тебя раббит соберу? И чё? А можно... Да... Ладно. Блин, считай, что я так не задумал. Вот это я так не задумал. Да что... Тебя, ты не можешь через ковер-то летать, как во всех нормальных нахрен играх? Так, я повешу пока. Тебя повешу. Так, прилетает. Ползем вверх. А! Что? Что меня убило? Нельзя сразу на второй даже запрыгнуть. Тигра, ты не охренела ли? Залагала. Так что ты, мудень? Понятно. Бесполезно уже стоять. Чего ты через ковры-то летаешь, дебилошка?
Я не понимаю, как туда попасть. Надо на там конченном ковре, что ли, пролететь? Чё, на этот? Бляха! Какой мудацкий уровень, просто пипец. Ты гонишь, что ли? Блин, если это детская обучающая игра, это разработчик ненавидел детей явно. Да что такое-то? Нет, здесь явно задумано пройти 4 пейджа, потому что третий пейдж какой-то мудацкий, просто до ужаса. Да куда ты? Да что? Мини-пиксель еще надо словить все время. Да. Я прыгну еще на голову мне. Ну ладно, не прыгнул. Я вообще не вдупляю, как туда попасть. Да ё... Да чтоб тебя! Да... Скотина... Да тварь! Ну, сволочь! Падла! Да не беси! Да что? Да куда ты? А зацепиться не хотелось тебе? Какой-то он ляп нахрен. Да что? Жопа не... Да тварь, какой-то уже призрак, блин, появился. А я не понимаю, как на этот конченый верх попасть, блин. Да вы гоните, что ли? Вы конченые? Разработчики, вопрос на миллиард. Охренеть, она в какую-то хлебаку превратилась конченую. Пипец. Это потом они сделали DLC Dark Souls 2, что ли, я не могу понять. Вот мразота, а! Блин, пипец, просто какой-то мразотный уровень, да ужаса же ж. Ну тут энимо слово. Да иди ты нахрен! Ты решись, ты вверх ползешь или вниз?
Просто блевотный уровень в третий, это капец. Я не представляю, что на четвертом будет. Так, да куда ты? Да что? Да чтоб тебя? Да почему? Нет, не нужны жизни на третий уровень, этот мразотный. Не-не, я снова так не куплюсь, Гордина. А... Не... Мау. Почему здесь не зеленым? Почему там зеленым? Да куда ты? Да куда ты? Да ш... А, фуф. Да блин. Так. Ну что? Вот есть первый коврик. Это понятно. Второй коврик, третий коврик. С третьего мы запрыгиваем, собираем букву А. Потом вот мы... Вот по левой стороне мы никуда не можем попасть, потому что он головой упирается... в эту траву сраную. То есть надо, видимо, лететь на этом ковре. Но вопрос, как на этот ковер попасть, потому что лиана, она заканчивается вот на нем. По идее, меня собьет нахрен просто вниз. Самый прикол, что по идее обратно-то нам, чтобы вернуться, все равно надо на этот ковер попасть. Блин, это просто жесть какая-то. Да блин! Как это бесит! У них-то фреймы, блин, маленькие. У меня-то нелегко попадает. А вот я в них не очень-то легко. Да просто полчаса ждешь эти ковры дурацкие. Потом на них не попадаешь ни хрена. А потом появляется этот либо дебильный призрак, либо дебильная ворона тебе на голову садится. Самое тупое, что здесь вот реально... Я пнул ногой. Тебя не смущает этот факт? Просто даже не успел добраться до верха в этот раз. Класс. Да, блин, а! Застрял он на лестнице, ну капец. Я должен почитать про эту игру? Ай, пи. В жопу. Альнимал будет. Не срать. Да скотина тупая. Ворона. Реально, после ресетов он тебе говорит уже слово. Правда, странно, почему он в какой-то момент теряет это слово. Потом вспоминает. Почему вот в предыдущий раз были звездочки, а сейчас слово? Еще он эти пиксели, блин, тупые. Прям реально в пиксель надо попасть, чтобы он ползти начал. Тут поснашал палубу. Ой, палубу, блин. Не палубу эту, мачту. Да блин.
Ух ты, дебильное управление еще. Ну не управление, а, короче, вот это взаимодействие с предметами, которые можно ползти. Да вы ни хрена неожиданные. Такие, а мы прыгнем в тебя. Вообще на похрен. Типа, чё бы нет? Потому что можем. Ну что ты охренел? Да... Да блин, да пинок, ты будешь срабатывать? Тогда что такое? Чё не хотел на первом уровне, блин, сидеть? Что за прикол? Здравствуйте. А чё, чем заниматься будете? Или вы сегодня пойдете спать пораньше? Я, конечно, в это не верю. Но просто звучало смешно. Работать? Ну да, классно. Почему бы нет? Спать пораньше? Да ты выдумал ерунду какую-то. Андрей, пока ты не занят, посмотри, вот эта игра, это что-то детская игра какая-то для обучения или нет? Я вот ставлю, что это детская игра на обучение. Да куда ты, ковер? Угу. Класс. Да куда? Срачника вороне дали. Да блин, да я нажал пинок. Что такое? Да блин, опять микрофон забаговался. Сейчас, секунду. Типа не написано, что надо для обучения? Все, нет, микрофон забаговался. Что случилось, я не понял. Или забаговался? Нет, забаговался. Сволочь. Типа она разве не для обучения какого-нибудь? Нахрена тут слова собирать? Ну, судя по конченности вот этого третьего, все-таки, я думаю, страница — это уровень. Я третий уровень еще ни разу не прошел. Ну, третью страницу.
Да, блин. Ты-ты-ты-ты-ты. Он в этот раз не дозабаговался. Забаговался наполовину только. Да как вот туда попасть, на этот ковер дебильный? Как на тебя попасть? Как? Как на него попасть? Ну, а ты что тут? Блин, надо десантироваться, видимо, блин. Вообще не понимаю, как туда попасть. Третьюрин просто какой-то ужасный. До боли. Физической боли. Блин. Охренел? Да! А чего? Почему ты решила превратиться в эту хлебаку? Просто игра ненавидит людей. Да куда? Вы охренели? Блин. Ты можешь выглядеть это повыше, я не знаю, там, еще как-нибудь по-нормальному? Да блин! Ну, это уж бесполезно. Там еще ковры должны совпасть так, как надо. Да куда? Ну, ни за хрена вот мне сейчас ехать, если я не могу ничего уже сделать. Просто дебильный уровень. Да ужас. Ну, конечно. Ее пинаешь, а она и насрать ей. Иди нахрен. Да. Блин, хорошо, что они ушли налево. Вот это еще ужасный сценарий, когда оно падает на ковер, на который тебе надо, и ты уже не можешь прыгнуть, потому что, блин, риск того, чтобы вляпаться в нее, крайне высок. Ладно. Не очень-то и хотелось. Блин, я не представляю, четвертый уровень же еще надо проходить. Четвертый. Алнима. Пойдет. Я даже его глаза не видел, потому что не понимаю, как третий пройти. Просто такая боль в заднице. Да блин! Да блин! Эти милипиксели, блин, тупые еще. На, блин, жалко, это не задел. Ладно, бесполезно. Понял.
Тоже бесполезная. Охренеть. Прям должны ковры совпасть вот идеально так, как надо. Типа вот так вот. Чтобы сюда... Мудацкая мудня. Не можешь прыгать нормально-то. Вот так-то уже не вариант, потому что сюда ты уже не можешь попасть на этот ковер. Уж тебе мешает это... Хрень! Да блин! Блин, что это механика тупая, что лежишь и сползаешь с ковра. Кто догадался так сделать? Понятно. Да... Чё за скотство-то? Я же попадал на этот, блин, дебильный площадку. Какого хрена? А, я не на площадку запрыгал, по-моему. Так нет, на площадку. Зачем мне на площадку? Блин. Сейчас эти придурки будут превращаться в хлебак страшный, который меня развалит. Это вообще охренел. Ну, конечно, он меня задел, а я его нет. Ну, вообще класс. Механика огонь. Блин. Да пошел ты. Какой у тебя хитбокс? Я даже не залез еще. Ты меня уже убил. Может, это птица втащить вон? Он так бесит, там сидит что-то. Кряхтит. Блин! Да что? Мини-пиксель дебильный. Так, идите в жопу. Фуф. Что-то мне эта игра вообще не нравится. Она супер невеселая. Чего? И в воздухе никуда не переместиться, просто падаешь на него и подыхаешь. Ну капец. Понятно. Так блин, а, ну можно запрыгнуть-то. Дать полчаса, когда эти ковры стакнутся как надо. Ну охренеть! Так блин, да почему ее не задело-то? Это самая, нет, вот это самая ужасная игра. Подсрачника всем вам, блять, именно яблочко. Да что ты не запрыгиваешь-то? Ну сколько можно? Почему я не могу здесь подняться? А, могу! Я могу здесь подняться, просто надо прям в очень краешек было отойти. Да блин,
Блин, опять кнопки перепутал. Какая блевотная игра. Мне стопудня там ковром нахрен снесет. И все время там этих монстров, блин, напёхано. Так и ждут, чтоб тебя загрызть. Ну так давай решайся уже куда-нибудь ты. Засранец, хотел подловить. Сейчас Андрей пройдет за 5 минут небольшую игру. Там будет говорить. Да, игра простая. За 5 секунд прошел. Да блин, а! О, нужный ковер. Точнее, все, расклад нужный. О. Тварь. Нахрен. Да скотины. А вы не охренели там рождаться, блин, каждые 5 секунд? Ядрить. А? Тут можно сверху ходить. А? Я прошел. Фу. А. Да. Четвертый уровень, я ничего уже не понимаю. Что за блевотные цвета? Прыгать нельзя, что? А, надо на эти кубики заходить. А как вниз? А вниз-то как? Как букву внизу собрать? Алло? Игра? А, чё? Так. Блин, в жопу. Не понимаю, как лучше-то здесь? С какого ковра туда слезать? На этот ковер хрен попадешь, небось. Да куда ты? Ладно, подождем здесь ковер вот этот вот. Как будто бы он нам нужен. Да! Блин, зачем я встал? Давай, доезжай уже. О! Давай, давай. Пози, 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 давай, давай, давай. Нахрен идите. Так, вниз. Да как туда залезть? А? Чё? А, по этим можно ползти. Быстрее, 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 быстрее. Ползём, ползём, насрать на букву. Неважно, какие буквы. Неважно. Онкею есть. А, это манки было. А, все, да, я прошел, типа. Нормально. Level 2. Не, здесь явно... А, все, по кругу пошло. Все, все. Просто другие слова уже начались. Фу, какая ужасная игра. Фу. Это просто ужас. Ролим следующую. Фу. Нахрен, не хочу больше ее видеть. Так, чё, время? Так, я ж скопировал. Или нет? Так, я ж скопировал время, чё она оставляет? Контрольца. Ммм.
Роуд Файтер. Прикольно, кстати, игра. Он знает, справлюсь ли я. Она не очень простая, скажем. По крайней мере, в детстве она была не очень простая. Так, Роуд Файтер. Ставить. Finish 2 tracks. Road Fighter. Так, где ты? Поехали. А, тут всего два уровня. Классно. Неплохое начало. Вон какие-то машинки начинают двигаться. А, блин. Да нет! Так, тут как-то дрифтовать можно, сколько я знаю. Блин! Да, блин, нет, все плохо. Все очень плохо. Да блин, а как дрифтовать-то? Может, через вторую кнопку? Да блин, что заносить-то? Там как-то можно вот под углом так ехать, типа, и нормально. Мне не хватит, полюбасу. Да блин! Засранец. Ну все, да. Empty. Димор. А, ну прям вот так, да? Кек. Весело. Надо попробовать подрифтовать. Чтобы понять, как это работает механика. Блин, может реально потренить, что ли? На ком-нибудь здесь. И тут было, да, по-моему. А! Ох ты ж. Повезло. Слушайте, где тут бензин был? Да блин. Да как? Как дрифтовать-то? Да блин. Так вот, что случилось? Да блин, что? Да блин, как перестать крутиться-то? Как их заставить не крутиться? Фуф, ну один уровень прошли. Но я ни хрена не понял, как дрифтовать. Кс-кс. Да блин. Ладно. Повезло. Тупо повезло. Ух. Ух. Ядрить. Да блин. Не-не-не. За крэш он 5 снимает бензина, блин. О, повезло, что не вот. Да блин. Срать. Там еще как-то вот реально можно дрифтануть именно. То есть под углом ехать. Вот.
Ну, после масла нельзя, я думаю, вот когда после столкновения, типа, можно. Может быть, есть шансы небольшие, а? Может быть? Нет. Да что ты взрезалась-то? Зачем? Бензинчика дайте, пожалуйста. Ну. Да хрень. Во, меня тоже ковер убивал. Да, было дело. Я, да, согласен, что игра просто ужасная. Ну, не Road Fighter, вот этот, Super Arabian. Просто мерзотная, капец. Как дрифтовать? Давайте попробуем. Нет, хрень, не получилось. Сейчас, хочу потренить дрифт. Может быть, надо вот... Да, блин. О, ну-ка. Стоп, как это получилось? Блин, как это получилось? Прикольно же вышло, как это вышло? Да блин. Как я это сделал? Ты как-то выровнялся. Типа надо... Отпустить, и в какую сторону? И в ту сторону, которая меня сносит? Так, нет, ну после этого это нереально. Так, сейчас еще раз, кого-нибудь найдем. Или в противоположную. В противоположную надо тыкать, все, понял. То есть в какую сторону заносить, надо нажать в противоположную, чтобы выйти из дрифта. У нас когда стартует вначале такая. А, все такие ухи улетели, она такая. А, я тихонечко разгоняюсь. Так, в противоположную, надо запомнить эту фигню. Оп. Да блин. Бензинчик просрали. К сожалению. Насрать, конечно, зачем нам бензин? Мы начались дрифтовать. Начните выходить из этих. Что? Ты куда, Супермен? Нет! Не надо было сюда. Ну ладно, доедем. Нормально. Ну, он тут еще бензин дали. Вообще нормально. Так, ну это радует, что я понял. Я понял, как дрифтить. Ну, точнее, как выходить из заноса. Это может помочь, надеюсь. Интересно, на бензине. Все-таки это... Ой, помогает и на бензине, ни хрена себе. А, о! Ни хрена себе, как это я замансил. Ху! О! Ядрить! О! О! А! Ёшкин крот! Блин! Так хорошо шел, капец! О! Ни хрена! Машинка желто-синюю разнесла к хренам просто. А вот бензин, который уехал, он уже не вернется? А, вернется. Да блин, сам-то зачем я вхлебался? Ох, ну все, сейчас, наверное, уже бензина не было, да? Кого-нибудь спасите. Нет. Разлом на дороге. Ну, почти. Блин, так хорошо шел, это капец. Обидно. Ну
ничего страшного. Лучше немножко сбросить, чтобы понять его намерение. Так, где-то тут я бензин все время продолбливаю. Зачем? Да понятно же было, что он туда поедет. Блин. Надо ехать там, где больше пространства, а не меньше. В крайнем случае, если хотя бы я врежусь, смогу его как-то вырулить. Так, вот сейчас будет два. Да блин, перепутал. Стороны перепутал. Нажал влево, зачем-то надо было вправо. Ну ладно, это мы все равно... Да. Ладно, ничего страшного. Ух ты ж. А где, где еще бензин? А, вот. Нормально. Ну как, не очень, конечно, но пойдет. В тот раз получше прошлось. Намного получше. Там еще запас был большой, и Супермен прилетел. Окей. Блядь, да за что? Зачем сам-то? Обидно, что сам. Это пипец. Какая глупость. Сейчас, кстати, опять мог... Сам чуть в нее не врезался. Оф. Нет. Давай, не надо. Оп. Выманил. Бензинчик. Оп, выманил. Еще бензинчик. Так, главное, вперед тут. Ремонт дороги. О! Давай. Финиш. Да где? О. Изи. О, ни хрена себе. Жесть. Блин, игра классная. Ну, я в детстве в нее играл. Но я... Кстати, по-моему, до этого уровня доходил, что-то выглядит знакомо очень. Или его можно там выбрать как-то. Короче, гоночки прям зашибись. Тоже гоночки, блин, ё-моё. Даже не Excitebike какой-то дурацкий. Который заставляет тебя тоже страдать. Хотя в детстве похрен было, что там происходит. Я, по-моему, даже не знал, что можно места занимать, просто так катался. Так. Да, блин, попасть не могу. Удалить. Следующая игра. Что же это будет? 32 игры осталось. Всего лишь. Какие-то неизвестные названия. Ладно, Binary... Ладно, Frontline тоже известно. City Connection нет. Snow Bros нет. Папай, да, но я не помогу. Ать, Snow Bros. 10 уровней. Что за Snow Bros? Окей, Snow Bros, так Snow Bros. Levels. Completed 10 levels. Хорошо. Прям дофига уровней. Видимо, они супер короткие. Надеюсь, по крайней мере, я на это. А если нет, это боль. Так, Snow Brothers. Что это? Откуда не Snow? Да блин, что я попасть не могу? Как-то они не очень Snow выглядят. Ну, окей. Так. Тиммер. Так, тиммер.
Ну, ни хрена себе. For many years. Floor 1. Что? Йо. Chicken Crot. А где я? Все, я кончился? Так, нет, давайте еще раз. Хиня какая-то. Капком, кстати. Так, еще раз. Это стрелять. Че? Что с этим делать? А, вот так. Да чтоб тебе, я не знал, что он еще придет в мант вверх. Ну только вниз. For many years. Блин, я первый уровень еще не прошел. И 10 надо пройти, капец. А как тут раз? Я не дособрал его, типа? А, надо прям толкнуть как-то. Куда ты? Что я замигал? Конфетка. А? Что? Что это за хлебака? Ее надо тоже уничтожить? Или... А, все, нет. Перешли на следующий уровень. Зеленый гоблин. Что, а зачем? Почему я таким становлюсь? А то, что меня дамажит, это ничего страшного? А чё? Да блин! Ты не охренел? Уи! Странная какая игра, капец. Надо бы сюжет почитать, мне стало интересно. В чем прикол? О! А, его не обязательно здесь катать? На, нахрен. Да чтоб тебя. Нет! Конфетка попала еще, ну, капец. Окей, я думал, что их можно, надо полностью запечатать, оказывается нет. Это немножко ускоряет процесс, по идее. Ах ты ж, чуть не попал. Так давай, кидай его. Нахрен. Уи! Ай-яй-яй! Все, блин, игра понял. Короче, кажется, я понял эту игру. Пятый уровень. Да блин, пятый уровень. Серьезно, что-то здесь до хрена как будто бы. Так, давай, давай. Ты что? Нате вам. Вот, собрал, больше всего. Можно жизнь? Дайте мне жизнь, пожалуйста. Я больше не отказался от жизни. Опасно так прыгать. О, это сейвит, кстати. Так, как они могут прям вертикально, если честно? А, все, да блин, я познал эту игру. О, нифига себе, еще быстрее бегать смог. Седьмой уровень. Опасно было. Как опасно было. Что происходит? Вообще на ничего похоже. Восьмой. Давайте мне навалить ваши уровни. Так, мужики, дайте без говна.
Повезло. Так, девятый. На нахрен. Капец, я реально игру познал. Босс стейдж! А у меня жизни нету. Йоу, а что делать на босс стейдже? Я вообще так дамажу? Я себя дамажу так. А, он... Он подходит, типа? Чего? Что происходит? Ничего не понял. Ничего не понял. Чем... Чё-то какие-то цифры были, нахрен. Его дамажу так или нет? Прям хлебало прилетело. Пипец. Не понять, я его дамажу своими атаками, или мне надо обязательно его этими хлебаками дамажить? Блин! Так, снова будут какие-то цифрики там идти? Да блин. У меня что, 8 контов, что ли? Серьезно? Вот что, это дамаг входит в него или нет, я понять не могу. Как будто бы вряд ли, да? Греб или нет? Да блин, да что? Походу... Да блин, он прям в него влетел. Да чтоб тебя! Да блин, так можно какой-то фрейм неуязвимости, камон! А, ну он, видимо, был, да, просто быстро кончился. Вот это его точно вдамажило. А, все. Че такое? Окей. Прикол. Соу. Ладно. Ну это мы прошли. О, congratulation. Let's go stage 11. Давай не let's go. Ну, забавная игра. И прошлась быстро. Просто кайф. Так. А? Не то. Оп. Что там дальше? Внутри игру же затащили. Супер Райден просто... Это ужас. Это просто ужас. Я был бы не очень рад такой игре в детстве. Ать, хорошо! Пуян! Не считая бонусный. 4 уровня, не считая бонусный. Ну, я не знаю, что такое пуян. Эксклюдим бонус.
Блин, может поискать шрифт, который с русским хорошо работает. Ну, уже поздняк, конечно. То каждый раз переписывать. Пуян. Где-то рядом должен быть. О, Пуян. Что это? Так, так, я потерялся в окнах опять. Что за звуки? Котики какие-то. Шлеп-шлеп. Котики шлеп-шлеп. Собака какая-то. Что? Что? Что происходит? Что? Что делать-то надо? Убивать собачков? Мы убиваем собачек? Ты охренел? Ого! Там какая-то супер стрела была. Черт! Попался. Блин, надо было спуститься вниз, конечно. Ах ты ж... Скотина! Уф! Нет! Ах ты ж... Фуф! О, что-то дали. А, вот эту ультрастрелу дали. О! А, прям в меня должно попасть, чтобы обрести. Если на крышу падает, то не страшно. Ого! Ты охренел? Фиг, он там стрелу схватил в руки. Что происходит? Что за жесть? Творится. Это что такое за ухо? Это бонусный, типа, считается? Судя по всему, да. Или нет? Что такое бонусный тогда? А я прям вот так могу стрелять? Черт, зря слил. Просто шарики как бы ничего не делают, да? Просто очки дают. Ты охренел? Не щиты, что ли? Не, если я могу вот так шмалять, как сумасшедший, это немножко упрощает процесс. Нет! Добрался. А вы охренели? Да блин! Как мне их... Что мне с ними делать? Я не смогу дальше тащить, пока нужно количество не придет. Да пипец! Что такое? Там какой-то ультра еще, гад. Да блин, да пипец! Да ты охренел, как тебя убить-то? Да как его убить-то? Еще четверо. Вы охренели? Пипец, на животном. Да пипец! Ну все. ГГ. Капец, а че так... Так че за жесть-то? Как тебя-то сбить? Как его сбить? Как сбить этого большого? Да блин, да как? Я ни хрена не понимаю, как его сбивать.
будешь их-то сбивать? Что они там делают, я не могу понять. Можно это скипать как-то? Нет? Да куда? Так, я пока не понял эту игру. Да, а, не взял. Ладно. Может ресетнуть уже? Ладно, посмотрим второй уровень опять. Кто он? Злой. Тут как-то попроще, они хотя бы, блин, сбиваются с одной стрелы. Там они что-то выпендриваются. Где нахрен? Что-то их до хрена на уровень, пипец. Так, и в жопу. Повезло, что не кинул. Так, второй уровень. У меня тут прям проблема. Ибо надо на тех стрелу копить обязательно. Да не тут, почему-то дефятся как-то. Как я себя сбил, я не хотел сбивать. Так, не знаю, лучше идет или нет, но как будто бы. У меня потом проблемы начались. Так, идите нахрен. Вот вам. За всю хурму. О! А, что? Можно еще так делать? Это тоже будет считаться? Ну, блин, ну, насрать, ладно, этого не пропустил. Пойдет. Там, короче, рикошет еще как-то работают. Бонус стейдж. А стрелять-то можно? А, только этой надо стрелять. Хрена, что она так странно полетела. Блин. А, ну это задело. Эй, куда? А, обычные шарики ей не дают пролететь. Фига. Может, нам жизнь куда дадут? The perfect бонус-то нет? Ну, спасибо. А ягоды зачем делать? Так, что-то сразу плохо пошло, как будто бы. Да что? Куда? И нахрен. Стойте! Да... Жопа. Чего вы так расстрелялись-то? Ой-ой-ой. Ну блин, он дошел.
Ёшкин крот. Уже хреново. Один остался, походу, да? И мне ГГ. А что? А что меня убило? Шарик, что ли, прилетел? Блин, что так потно-то? Мне не нравится эта игра. Какая-то она жесткая. С этими дефами. Либо я не понял ее еще. Типа, вот это понятно. Хороший момент, но... Просто как часто оно спавнится. И от чего оно зависит? Сейчас пока нету ее. Сейчас появилась. Ой, рискованно было. Да что? Ладно. Да блин! Да как он попал-то? Я только приготовился их развалить. Дефлекты используют. Дефлект как лучше использовать? Этого явно как-то можно использовать в своих целях. Встань. Так, я сейчас попаду. Попал. Да, один сверху, главное, полетел, другой снизу. Ну, классно, конечно, придумали. Иди в жопу. Да чтоб тебя! Ладно, что-то я расслабился из-за того, что решил разрешать себе их иногда пропускать. Как будто за это все равно бонус никакие не дают, поэтому... Да и хрен с ним. Сосите жопу. Да ты охренел? У них еще шарики прочные становятся, просто жесть. Хитрожопая, хитрожопая. Ах ты ж, напипала. Да блин. Придурочный пролез. Короче, надо... Если они кучкой летят, надо сначала вот в нижнего пострелять. Ну... Через верхнюю... Ах ты ж! Шарик проклятый! Задефил их, капец. Так. Так, сейчас прямо... Да блин! Да дефлекти! Ах ты ж крыса! Да крыса! О, с этими шарами. Вот эту крысу вообще не понимаю. А, повезло, смотрите-ка. Ну ладно. ХПшек, правда, нету ни одной уже. Просто пипец. Примерно я понял, что надо делать. Ну что-то меня огорчило, что у меня уже нет ни одной хпшки.
Блин. Ну все. Один пробежал. Я думал, заденет. Обидно. Не перфект ран. Ой, зря. Слил. Пустую. Фуф. Вы охренели все так делать? Да блин, да зачем я за ним-то поехал? Просто сам поехал за шаром этим. Классно придумал, конечно. О, принесло. Нет, нет, нет. Фу. Скотина. Да блин. Да, да. Фу. Не-не-не. Задело, повезло. Фу-фу-фу-фу. Дайте еще одну, дайте еще одну. Срочно, ребята, подготовьте. Ребят, подготавливайте. Да блин, а куда она? Молоко улетело, конечно же. Так, ну я почти понял игру. Ну, побежали, побежали. Давайте без этой вступительной заставки на миллион часов. О, дурак. Опять чуть не срал. Ах ты ж! Не стреляй! Ну, кстати, можно было их всех, наверное, убить на этой. Да зачем? Она даже летела мимо. Она летела мимо. Зачем я ее словил лицом? Специально нацелился и словил. Да, жопа. А, нет. Да ладно, срать. Иди. Пожалуйста, залезай на свою лестницу дурацкую. Давай. Все, там один будешь, тебе никто не поможет. Так. Погнали. Тут мне надо сразу брать. Как ты им-то повезло? А? Блин, срал эту. Класс. Да блин! А? Зунчик. Ах ты ж везунчик! Дайте еще одну, срочно. Так, ждем, ждем, ждем. Ах ты ж! А почему оно не пробивает эти шарики, вот которые просто так летят? Такая глупость какая-то. О! Стрелу, стрелу, срочно, срочно! Чуваки! А чё? Я вообще не знаю, я такой не играл. Вот первый раз играю. А где стрелы-то? Где ультра-мега-стрелы-то? Классные, это вот эти. Да блин!
Ладно. Может быть, принесет. А почему они перестали делать стрелы? Слышите, коты, вы охренели? Ну все, ГГ. А, еще не ГГ? Еще не ГГ? А почему стрел-то нету? А сейчас хоть бот ГГ. Ну ядрить, колотить. Ах, почему они перестали большие стрелы-то делать? Что за бред? Что-то забаговалось, что ли? Что за прикол? Мы же до этого по КД как-то их хлепали. Так никто не умер, и вон они сверху стоят. Слышь? Они все время делали их по КД. Какой уровень-то? Второй, по-моему, да, второй еще. Блин, это еще только второй уровень. Я тоже не понял, они... короче, не понял логику, да, с блоком тоже. Эй, везучий! А, все, прилетел. Блин! Как ему повезло так? Пипец. Его должно было задеть. Не-не-не. Хренушки! Уф. Да пипец! Да пипец! Слышь? Да блин, тупой шар! Капец, дальше третий уровень еще не могу пройти. Опять третий уровень. Что за игры с третьим уровнем? Что за игры, у которых третий уровень такой жесткий? Вторая уже сегодня. Хотя, может, в следующий раз Супер Арабиан я бы и побыстрее прошел. О-о-о! Да блин. Иди в жопу. Да иди в жопу! Ну сейчас они по КД делают. Почему они там перестали по КД делать? Вот, еще одна готова уже. Вот еще одна. Че не понял. Чего это зависит? Мразь! Да блин, а что? Да пипец! Блин, срал стрелу найти. Хрень нету. А. Да еще какая двойная. Тренд, походу, по тактике что-то лучше пропустить. Ух ты ж, говношар. Понятно. Да что?
Нет. Я до туда не могу подняться. У меня есть предел, лимит моих возможностей. Это докуда вот эти котики могут дотянуть. Да. Просто капец. С этими блоками запарили. Что ты там кричишь? А это, кстати, еще и дамажить может, получается. То, что они там кричат, как сумасшедшие. Фух, задело, повезло. Так, иди нахрен, сейчас точно меня кинет что-нибудь. Надо второй уровень как-то без дамага проходить, стараться. Без получения дамага. Это веселая детская игра, как будто бы, да? А на деле еще один ада. Опять не делаете вы мне стрелы? Ну-ка сделайте стрелу. О, правильно. Мне прям сейчас, правда, не нужна. Но пусть будет. Вот на этот случай, например. Кайф. Еще одну? Еще одну делайте. Ну уже поздно, ну ладно. На будущее тогда что? Так, вот оно и будущее. Хотя, блин, всего двое. Какого хрена? Давай! О, неплохо. Так, конченый. Слышь? Блин, как он? От чего зависит блок реально? Лучший трасс сейчас получился, вообще идеальный. И эти недоползли, всех сбил. Ну блок я реально не понимаю, как он ставит. Особенно этот фиолетовый. Типа ставит, потом перестает. Хрен знает, чего это зависит. Так, понятно. Все, эти пролетели уже. Как будто вот прям можно хреначить постоянно. Что-то все равно они быстрее спавнят. Окей. Тот уровень, который пока еще не дался. Идите в жопу. Да что? А что? Что вы столько пропустили-то как? Да куда? Остановитесь! Чё, как они так быстро набились там? Да вы не охренели? Это ужасно, я не понимаю. Блин, зачем я стрелу использовал? Да что, как ты прошел-то? Да почему они по каким-то дурацким углом стали летать? Что их стрела не задевает? Капец, их уже двое. А еще 23. Чуваки, вся надежда на ваши стрелы. Давайте клепайте быстрее их. Пойдет. Иди. Да, блин, я отвлекся. Ой, привет, спасибо, ребят, за рейд. Чок за бакет, спасибо за рейд. Да, блин. Thank you.
Ну давай, давай, давай. Да блин, да что? А, это этот кусает за жопу еще, пипец. Да блин. Привет, привет, ребят. Мы тут развлекаемся как можем. Очень увлекательный. Блин, я уже забыл, как игра называется. Пайон. Вообще мы развлекаемся в целом у нас игры сейчас. Условия прохождения игры у меня написаны в описании. Ой, не в описании, блин, в описании. Под игрой, собственно. И название игры тоже. Всего цель пройти 54 игры по таким условиям. Я прошел меньше половины. Блин, надо разобраться с тем, как они блочат все-таки. Интересно, что они с каждым уровнем учатся все новым и новым обилкам. Да блин! Ну зачем? За что? Чем я их лицом ловлю? Вопрос-загадка. Ах ты ж... Вот опять. Это-то... Так, а еще кто-нибудь будет? А, все, двое. Блин, ну сейчас хреново пришлось. А, ну этот уровень нормально проходит. Примерно. Хотя бы я понял механику со стрелами, правда не понимаю, как они спавнятся. Ах ты ж жопа. Чему некоторым везет так? Да блин! Ну ладно, насрать. Одного можно пропустить, и не страшно. Чё, там один все равно не справится. Так, время для суперстрелы. Ну, конечно. Конечно, шарик этот. Не сбить такой стрелой. Оп. Эть. Этих реально вот так надо сбивать. Но меня потом смущает. А, вот, кстати, неплохо получилось. Вот это самый конченый, блин. Опять как-то получилось сбить его. Странно. Ничего не понимаю. Ну как, половину, наверное, понимаю, половину не понимаю. Жалко, что хпшечку сралось. На первом уровне. Да? На каком? Да, на первом я срал. А чё вы так дурацки полетели? Ну-ка. Короче, пофиг, надо просто летать и лутать. Летать и лутать. Так, проще. Все равно бесконечно. Надеюсь. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та. Оп. Да. Так проще. Ну, теперь самый конченый уровень. Блин, это попадет? А, нет. Фуф. Да как ты это дефлектишь, говнюк? Да что? С этими шарами еще. Звучало странно, конечно. Куда, куда, куда ты? А, блин, опять за жопу кусают. Чем забываешь, что они за жопу могут кусать? Да блин! Ага.
Так. Блин. Еще один пошел. Риск укушенный за жопу подрос. Блин, еще один. А как он сдох? А, я через дефлект прыгал. Все, понял. Сейчас жопу кусит. Насрать, еще один пошел. Да чтоб тебя, как, блин. Или между надо вставать просто вот этих блоков. О, ну хоть хотя бы следующий уровень посмотреть. Фу, четвертый уровень. 0 хпшек, самое печальное. Так, он на подъем хотя бы. На подъем чуть безопаснее, потому что ничто за жопу не будет кусать. Наверное, зря я взял ее. Возьму. О, кайф. Слышь, давай-ка без этой фигни. У них столько шаров спереди летит. О, просто на лакичах. Капец. Ой, сейчас бы пригодилось, конечно. О! Жесть! Просто тащу. Ой-ой-ой. Да блин! Похрен. О! Ни хрена. Давай. Да блин! Да нет! Ой, хпшка есть еще одна, повезло. Сколько? 7 осталось. Чуваки, давайте, пожалуйста, ну 7 всего лишь вас. Сколько? Все? Все? Есть. Фу. Блин, жесткая игра. Но блин, не знаю, как будто прикольно в чем-то. Окей, ладно, бонус стейдж, мы уже не будем проходить. Так. Опять Фокнер потерялся. Ролим тогда следующую. Тридцать семь минут я проходил, ни хрена себе. Почему мне казалось, что меньше? Что-то казалось, что вообще не так долго. Ну, это как с цирком Чарли, который в итоге 55 минут проходился, хотя мне казалось, что супер мало времени прошло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, что-то знакомое есть. Бомбермен. Донки Конга я не играл. Фил Хомбер. Подожди, или нет? Ай, хорошо! О, попал. Сейчас попробуем. Три уровня пройти надо. Трин-трин. Так, три левелс. Всего там вроде 5 уровней, по-моему, в Папайе. Если я не путаю. Может, путаю. Так, таймер сбросить, не забыть. Может, я на Пайоне таймер забыл сбросить? Хотя нет, вряд ли. Ого! Так. Мне кажется, я сейчас буду на первом уровне отъезжать жестко. Да, Папай. А ты кушаешь шпинат? Да что я такой рисковый-то? Сейчас тащит. Чем умею делать? Ага, понял. Отлично. Начало хорошо. Прям не очень.
Зачем это? Сердечко на воде, это плохо? Он может пробить несколько сразу же, интересно. Их тут до хрена собрать надо. Так он еще, по идее, снизу может пробить. А что за цветок, который перемещается туда-сюда? Так, слышь? А как вы из этого, кстати, антагониста зовут? Попая. Блин, что-то мне кажется, его как-то на Б зовут. А мне, наверное, от Флинстоуна почему-то Барни в голове крутится, хотя Барни не злодей. Я бы его на Б как-то назвал. Ну, прилично, конечно. А как он через дыру ходит? Он офигел? Что у него за скилл такой, через дыру ходить? Я могу ему втащить, интересно, со спины? Было бы смешно, кстати. Блин, я рисково хожу тут. Так. Что будет? Оп. Ничего себе. Бонусные очки словил. Сколько осталось-то? Последняя нота? Еще какие-то очки словил. Зачем я их словил? Два раза уже. Все, последняя? О, кайф. То мы еще и четвертый уровень сейчас... Ой, третий уровень сейчас посмотрим. Сколько жизни осталось? Ноль? Одна. Класс. Уи. А птицы можно втащить? Блин, не хочу пробовать. Что-то стрёмно. Ау. Давай, падай, падай. Что-то текстуры поплыли. А, лестница строит. Са. На нахрен. Так, мужик, что задумал? На нахрен. А тебе, что лестница не работает? А за что? Да блин, я уже залез. Какого хрена? Я был наверху. Кидал. Ай-яй-яй. А ты не охренел? Надо было вниз спускаться. Лады. Да блин. Хотел пофлексить, не получилось. Да, да что делать-то уже? А, блин, надо было вниз спускаться. Чёрт. Блин, а смогу я ему так тащить, интересно? Ай, блин, сорвался. Так. Ну давай, иди сюда. Чтоб тебя. Сейчас тащит, нет? Нормально, не втащил. Передумал. Решил меня пощадить. Да куда? Отстань. Что он докопался-то до меня? Что он вообще хочет? Жену мою отобрать?
Чем что ли охренел? Блин, а где она вообще находится? Почему? Что? Что ее? Ее заперти сейчас держит? А что на сердечко мне скидывается? Так, надо нижнее сердечко словить. А то он там грустит. Так. Уважаемый. Не соизволите ли вы от меня отвязаться? Спасибо. Блин, а что это за растение, которое постоянно туда-сюда летает? В чем его прикол? Что? Ты куда? Оп, а я здесь. А я с этой стороны, а я с этой стороны. А теперь с этой. А теперь с этой. Что, ты так не можешь, да? Слабак. Поэтому она со мной. Потому что я умею проходить там, где написано «Надпись.ру». Фига. Кто это он? Как он справился? Ох ты ж, ах ты жук. Дел, что ли? Даблджампы делает вниз. Капец. Странно, что его подкинуло не до верха. А меня до верха докидывает. Фуф. Ну давай, Олив. Давай, я тебя спасу. Что сейчас за птица? Почему она докопалась до Олив? На, нахрен. Уф. Да куда? Что-то я птицу вообще не замониторил. Да, слово hell. Да зачем? Бегай. Пожили еще жизнь. А, еще жизнь. Блин, уже все плохо. Ёшкин крот, что все мимо летит? Так куда? Слышь, отвяжись. На тебе. А-та-та-та-та. Да блин, обидно, что здесь нельзя пройти ни через что насквозь. Так работает, типа я понял. Чувак. Блин, что, надо по лестнице ведь залезть и будет. А, это шпинат. Ядрить. Да блин, а букву нельзя собрать. Слышь, куда? Ну-ка вернись. Цикло. Да блин. Говнюк. Хитрый, умеет ходить, блин, через воздух. Обидно, но я тебе хотя бы понял, что за цветок. Сомнительное происхождение. На нахрен! Еще втащу. Ладно, не дали еще втащить. Чё, он меня втащит, да? Иди сюда! Сюда, говнюк! Сюда! Куда побежал? Какого хрен он такой быстрый? На нахрен! Это, я так понял, не обязательно часть программы. А еще больше пинат? Такое веселое, блин, занятие. Ему втаскивать. Ах ты жук! Подловил, а? Слово падла. Вил. Ну иди сюда, иди сюда, чё? Давно не сидел с бочкой на голове, да? Вот посиди.
тебе еще и тащу вдобавок. Чтоб тебе мало не показалось. На-на. А, даже бить не обязательно, просто коснуться. Прикол. Правда, мне не помогает пройти уровень. Вообще никак. Ну так давай, собирайтесь. Сколько еще? 4. Блин, чувак, только не бей. Только не бей. Только не бей. Так, киса, мне ничего не видно. Я был бы признателен, если бы ты не находилась на столе. О, 2 раза. Обидно, что жизнь даже не дают. Я типа столько очков набил за счет этой фигни всей. Что такое? Ничего не сломалось? Вроде нет. Что-то как-то... Что-то где-то моргнуло так жестко. Ну, в смысле, экран. Ты куда? Чувак, решил полетать? Ладно, полетай. Оточки, я вас ловлю. Последнее. Так, ну а теперь слово Hell собирать. Там же слишком много букв называют, просто пипец. Еще раз тащу. О, хпшки дали. А что, засало? Птица засала, капец. Ай, блин, лестница не работает. Да иди нахрен. Ой, буквы тонут. Пипе. А еще бот этот? Шпинатик. Я бы еще поел шпинатика. Куда ты? Ты куда? Жопу. Да как так-то? Чё за прикол? Почему она отъехала ровненько, и я на него упал? Жесть какая. Кидал его просто. Нахрен пошел. Так куда ты? Блин, я думал, что я ее толкаю. Оказывается, нет, что ли? Да блин, лестница не работает. Что за обида? И тебе втащу. Ей! Все? А, по лестнице не надо даже забираться? Классно. Фу. Блин, прикольно. А, ну все, по кругу да, идет. Класс. Прикольная игра вообще. Жалко, что короткая. О, блин, 15 минут. Фига, что-то мы много времени не потратили. Относительно. Так, попей. Ну, это была пластовая сейчас игра на сегодня. Ну, в смысле, не Папайя, вот, который сейчас на роли. 5 игр. Ну, если 6 пройдем, кайф будет.
Блумфайт. Блин, я Блумфайт уже проходил. Че он все еще здесь? Я чего, не удалил, что ли? Ладно, следующий. Еще раз тогда. Блумфайт я уже проходил. А, что-то я не удалил. Ну ладно. Сейчас еще что-то пропустил. Так сколько всего игр получается? 26. Да, все еще меньше половины. Но одной не хватает до половины. Ну а, ну, кстати, класс, да, сейчас еще проходим одну и ровно половину игр пошли. За 5 дней. Я думал, несколько дней буду играть. Но, судя по всему, было дней 10. О, Binary Land. Класс был бы Binary Land. Так, Flappy не знает, что такое. Wonderman, ну, да, тоже прикольно. Хорошо! Вондермен, кайф. Хотя бы знаю, что это такое. Так. Бомбермен. Томик Бомбермен вообще топовый был. Постоянно на пеке рубились. Даже вчетвером, по-моему. Не очень на клаве удобно, на самом деле. Но было пофиг. Игра была просто шикарная для компании. Так, где Бомбермен? А, вот. Бомбермен. А это, интересно, то же самое, или не то же самое, что было Дюна на ДОСе? Ну, Дюн. Дюнабласт, точнее. Динабласт, сори. Я вот не помню, это тот же самый Бомбермен или нет? Сейчас узнаем. Ты-ты-ты-ри-ты-ты-ты-ты. На досе там прям застав... Да, это тот же самый. Хотя, что-то он выглядит как будто по-другому. О, 5 уровней. Ядрить. Ой, что я творю? Да блин, да что я делаю? А, вышел, ушел. Что он застрял? У меня тут есть бонусы какие-нибудь? Да. Уже должны быть бонусы. Или что? Или нет? Которые усиливают бомбы-то. А, во. А, это выход. Ну ладно, выход хотя бы нашли. Ну это жесть. Нужны бонусы. Нужны бонусы. Повара, точнее. Сейчас чуть себя не запер. Да блин, да что? Ну зачем? Понятно, что он не попадется. Он же не лох. Ах ты жук! Какого хрена? Да блин! Окей. Ищем поварапы. Да блин. То есть, насколько я помню, дверь тоже можно бахнуть. Если ее бахнуть, то там... случится что-то не очень хорошее. Там кто-то заспавнится. Подождите, здесь нет бонусов, что ли? Надо просто их зажимать. Реально нету? Да я ж тут кончусь. Я никого до сих пор не убил. Ядрить. Что такое? Это мне зажимать? Так они даже в углы не заходят. Как мне их подлавливать тогда? Давай, доезжай, 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 доезжай! Ну ты не могла взорваться-то! Ага! Он подохренел. Он подохренел. Блин, 56 секунд осталось. О, повара! Они есть! Они есть! Да блин, да собирай! Во! Тема. Да блин! Да что?
тебе! Да не, не таймер. Таймер-то есть, да, но меня убил не таймер. Меня убили мои руки. Криворуки. Подожди, а баф сохранился. Класс. Баф сохранился. Да блин, не попал. В принципе, похрен, вот так. А, нормально. Оп. Подожди, а, left 1-то это жизнь одна осталась. А мне надо всех развалить? А, блин, я думал ГГ уже. Еще один слева. Подожди, не понял. Что ты имеешь в виду один слева? Понял. Ах ты, поросенок. Еще и подождал, главное. А что сделать-то надо? Надо всех убить? Или нет? Какой гол? Серьезно? Это 100% инфа. Блин, хрен знает, доверять ли ей. Да, походу да. Надо выход теперь найти. Это самая глупая часть. Тупо может времени не хватить выход найти. Вот это обида. Ну, ёшкин кот, где ты? Выход. Нет. О, выход. Так, а чё надо там, 4 уровня? Это было долго, это капец было долго. Да чтоб тебя. Ну смотри, у меня же какая длинная. Взрывная волна. Ой, дурачок. Как я в Пакмане. Ну извините. Да блин, везунчик, капец. Капец ты везунчик. Да блин. Ну! Да, ох, просто расплющил. А что ж там... Баф сохраняются. А? Нет! Уйди! Уйди! Блин, баф бы намного бомбочек. Вообще классно было. Интересно, есть ли он здесь? Да чтоб тебе! Да, у меня два почему-то стало. Мне что-то дало еще одну жизнь. Да блин, сейчас снова так же пойдет, да? А, нет, смотри, лоханулся. Ошибся. Он совершил ошибку и ошибся. Оп. Так. Чё по дороге взрывать? Ты имеешь в виду просто блоки? Ну я стараюсь. Я рисковый. Офига, она чё, него прям пробивает. Блин. Ох.
Все, бафы больше нет никаких. До 16. Да блин, ну нет, хрень. А, смотри, он лоханулся. Так, теперь выход надо найти. Да, Болдердэш. Дигдаг какой-то. Нормально, повезло. Что-то ни одного бафа сейчас не упало. Почему-то. О, смотри, снова лев 2. Не, лоудранер вообще не хочу. Мне очень не нравилась эта игра всегда. Прям почему-то супер не нравилась. Либо я совсем не понимал, либо хз. Короче, я от нее душился, просто ужас. Блин, не попал. Блин. Геймдизайнер, что я могу еще сказать? Бомбермен? Нет. Ну, этот да, а вот Atomic Bomberman, ну, это был топовый. Ну, это уж продвинутый который. Кто? Ну, нет, я понимаю, что он сейчас есть. Оп. Ну, Бомбермен мне всегда больше нравился, даже вот этот. Правда, я играл в Dino Blast, а не именно в Bomberman. Так а чё она такая глупая оказалась? Да что? Я думал, что он залезет в эту штуку. Да... Слышь? Изи. Так, осталось выход найти. Ну ещё времени дофига выход поискать. О! ХПшка. А, нет, это две бомбочки, да? Нет. А что я такое взял? Кайф. А, я же его нашел. Блин, точно. Я уже забыл. У меня теперь имба. Это имба, смотри. Главное не заиграться, конечно. Да-да, с этим главное не заиграться. Это топовая штука, но опасная. А! Блин, еще и не задел. Черт. Переиграл себя. Блин, пропал этот баф. Обидка. Конечно. Шар с ума сошел там. А чё с ним? Он меня пугает, он будет жутко. Андрей, ты опять игру забаговал? Да? Прикол. Так, чувак. Пусть нахрен тогда идет пока. Дабл килл. То есть он никуда не пойдет, да? Окей. Okay. Это еще не последний. А, там, блин, еще синий ползает. Давай, давай, давай. Оп. Норм. Ой, не так надо было делать. О, коньки. А че не взялись-то? А, во.
Мимо. Сейчас, мне кажется, я не в ту сторону копаю. Ой, блин, не достанет? Да, конечно. Нет. Нет. Хитрить. Где? Да где? Уже почти все взорвал. Минута еще. Еще минута, чтобы найти дверь. Ну, она какой-нибудь в верхнем правом углу, небось, да? В смысле? Ты где? Да! Капец. Ой. А, не задел, наверное. Все, последний уровень. Типа, последний 5 ведь надо пройти? Сколько пройти-то надо, я забыл. 5, да. Да, я потом спать, конечно, ты чё? Завтра ж понедельник. Фига, я думал, они всегда по прямой ходят. Оно вон оно, как оказывается. Ай, зачем я так сделал? Ну ладно, не знаю. Зачем так сделал? Тоже не знаю. Фига, он остановился перед взрывом. Он реально остановился перед взрывом. Что-то двумя бомбами сразу насрал. Так. Давай. Блин, жалко, я пинать не умею бомбочку. Не уверен, что здесь такой есть. Поварап вообще. Да блин. Да. Норм. Чувак. Ты так не пугай. Ты охренел? Какого хрена, они такие умные. Синики какие-то умные, пипец. Останавливаются прямо перед взрывом. Ну ладно, не всегда. Ну, не всегда. Хорошо, не всегда. Где еще не... А? А звука не было, двери вроде нет. Еще кто-то остался? Или был звук двери? А, был звук? Что-то я... его проспал. Ну чё, опять в каком-то последнем блоке вшивом? Да охренеть! Да в смысле? Все, кроме последнего блока, зачистил. Был прикол, себе с этого начал. Ура! Все. Сейчас, короче, паролем на... завтра, наверное. Да, вообще капец. И в предыдущем не было... А, нет, в предыдущем было. Ну, бонус, наверное, так просто. Раз уж быстро затащили. Еще 5-2 на сразу. Поход задел. 4 жизни навалили. Жесть. Ладно, так. Опять потерялся. Сейчас ролим на следующий раз игру. И идем спать. Так, бомбермен удалить.
Ну, вообще да, кстати. Вообще да. Мне кажется, оно так и работает. То есть уровни всегда рандомятся, а эти монстры типа добавляются в рандом. В смысле, если Донки... Ты чё, я не пройду Донки Конг, ты чё? Я же не умею. Конечно, Донки Конг. Ерунда всякая. Ать, хорошо! Не, Натсон Милк я сегодня не буду проходить. Я, правда, не играл в него. Не знаю, какая-то странная игра. Ну, она там реально какая-то странная. Я ее мельком где-то видел, но не помню, в чем суть. Ну, сейчас. Включу. На пару минут. Просто глянуть, что это. Так. Сразу удалю, а то оно потом не появится. Ну, норм, кстати, тоже 6 игр прошли. Кайф. Самая долгая была Супер Арабиан, этот дурацкий. А, я подожди, я не пока... А, все нормально. У меня стрим, оказывается, видео стрима у меня не обновилось что-то опять. Ой, что я делаю? Так, Natsun Milk. Ну, я обязательно ее гляну, когда дойдет ее очередь. Кламене. В смысле, если дойдет? Я все игры из списка пройду. Как она может не дойти? Пока все не пройду. Да, я не знаю. Ну, выглядит, не знаю, странно. Выглядит странновато. Так, тогда включу таймер пока. А, я его наоборот стопнул. Запутался. Чё? А чё? Чё я умею делать? А, я умею прыгать всё-таки. Что? Ну не как в ниндзя, там, ниндзя-кун. А, нельзя так, да? То есть их вообще нельзя трогать? И вот так нельзя. А, я могу встать. Чтобы обратно, надо запрыгнуть на эту. А, все, понял. Хелп. Ну, выглядит, да, как будто бы не супер сложно. Давай, я что-то спрыгнул зачем-то. А чё Милка-то? Милка-то мои хпшки. А нац это мы нац? Я не понял, а кто такой нац? Фига, он может приклеиваться к стенам. Уи! Умел, а что тогда там было такое? Он реально прилип к стене на какое-то время. Да, огонек. Так тут и трубы он из Марио. Да, собственно, и пружинки тоже из Марио. Ау. А? Куда?
Ты чего, плюхнулся? А! А шо? Что надо сделать-то? Да куда ты? Так, а чё? Ничего не понял. Да, какого хрена? Чё за дела? Я не понял. Да как залететь-то? Так я добавляю вроде. Ничего не происходит. Какой момент прыжок добавить? Я жму прыжок. Ничего не происходит. Что за хрень? Все механик приедет. Ну вот. На месте ты имеешь в виду? На каком месте? На пружинке? Так меня сразу перекидывают. А меня сразу перекидывают. Видишь? Меня сразу скидывают туда. Да блин. Ау. Да, жесть. Блин, обидно, что еще сначала. Так, камон. Давай, вставай, вставай. Блин, а как? Шо? Да, вообще не понимаю. Типа надо очень ровно на краешек той прыгнуть. Вот. Вот. Да блин. Перебор. Ну это тупо. Да почему? Как? То, а в какое вовремя? Я не могу понять, какое вовремя. Какое вовремя? Я нажимаю в момент, когда он типа приземляется на меня. О! Не знаю, как это получилось, короче. Не спрашиваю. В какое вовремя? Вот я не понял, в какое вовремя. Насрать. Слышите? Мужики. Прям на мужика прыгнул. В смысле гейм овер? Это был последний уровень. Камон, какой гейм овер? Блин, за что? Я не могу теперь. Блин. Да блин. Да потому что она прошлась уже. Какого хрена? Она уже прошлась, по сути. Кстати, можно вот тут попрактиковаться было, на этой пружинке. Да, в смысле, я уже игру прошел, считай. Слышь, иди в воду. В воду иди. Ха, лох. Чё, прыгать не умеешь, да? Стой, давай, стой. Слышь? Да блин, во. Да блин! Застрял на этой хрени. Нет, без жизни не стрёмно.
Слушай, походу работает. Либо с высоты просто она сейчас работала. А, слушай, походу помогает, да. Это сейчас не помогло. Да блин! А, ну она не помогла, потому что я не вовремя жмякнул. Ты ж бурундук. Да блин, как его скинуть в эту дыру? Злосчастную. Вставай, вставай! Ну давай до своей суженой допрыгивай. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Ну потому что видишь, у него молоко есть. Ну вообще, я знаю интересный факт про эту игру. Есть одна необычная версия этой игры. Ядрить. Ну, по сути, да. И вместо вот этих штук там как раз ползают писуны. И это немножко объясняет Nothing Milk. Тогда понятно, да, сразу становится. Оп, любовь. Ай, блин. Фигня. Да, слушай, помогает. Двойной прыжок. Капец. О, это зажимать. Слышь? Он-то как так умеет. Да, блин, я отвлекся. Я отвлекся на твое сообщение, свалился. Да? Все так. Ну давай спрыгивай куда-нибудь-то. Вставай, вставай! Ты вставай! Блин! Так, нет. Да, печаль. Да, я заметил, да. Потому что я хочу поскорее пройти игру. Ага, не ожидал, да? Не ожидал. Оп, изи. Да я понимаю, тише едешь, дальше будешь, все дела. Блин. Что за звук был? Толще. Тухз, может и толще. Да ты иди жопу. Ну, чувак, ну отстань. Слышь, в воду прыгай. Вот, другое дело. А! Ты охренел? Давай, ползи, быстрей, быстрей, быстрей. Ох. Это было опасно.
Ползи, 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 ползи. Оп. Оп. Да, игра и по музыке приятная, по визуалу приятная. То есть никак этот ниндзя-кун, блин, конченый, просто жесть была. Глаза вытекали, уши вытекали, все вытекало. Подожди, а кто это сделал? Я что-то не посмотрел. Чья игра? Вообще на изичах. А, блин, встать надо. Хэдсон, о, ну да, Хэдсон нахрен. Хэдсон нахрененные же игры же делали. Adventure Island, так чего стоит. Понятно, тогда почему она такая классная. Стой, стой, стой. Ай, блин, я забыл, что не смогу залезать. Блин. И что мне делать? Все же нормально было в первый раз, когда я этот уровень проходил. А прыжок не сработал. Binary Land топ. Ну, Bomberman только что играли. Bomberman тоже их. Ничего себе. Спешл, подожди. А, спешл это что? Mario Brothers Special или Special Nuts and Milk? Подожди, Excite Bike их. Подожди, где... Это что за список? А где... А где Adventure Island? Adventure Island разве не они? Подожди, а кто Adventure Island сделал? Разве не они? Почему у меня было впечатление, что Adventure Island тоже они сделали? Да ты чего прыгаешь так? Да что с прыжком стало? А, ну ладно. Ну хотя бы они, это радует. А! Ты офигел? Блин, я что-то не понял по пятому уровню. По пятому уровню как там, блин, нормально сделать-то? Короче, и написал еще длиннее список. У Феликса Кэт. Блин, я тебе говорю, у них топовые игры, просто жесть. Hudson Soft, топ. Не нахрен. Для кучи, ну, да. Для кучи прям нинтендовских платформ или вообще разных платформ? А, да, нет, я знаю, да. Это я просёк. А! Больно. Спектрум даже, нифига. О, я успел. Я не успел, блин, мне дали хпшку. Да блин. Стой, стой. Давай. На этот уровень прям теперь
слишком... Да... Опять какой-то прыжок дурацкий получился. Что за фигня? Обидно, что хпшки не хватает одной. Должно быть 4 в идеале. Так, просто ползаем сюда. Да, он не прыгает. Он не прыгает на лестнице, в общем, я понял. А куда? Да ты гонишь! Так можно, но, блин, там что-то по жести какая-то. Потом что делать? А еще банан, блин, еще банан, сраный банан. Такой! Какого хрена он вылез-то туда? Блин, банан! А. Не знаю. Да ты гонишь, что ли? Родился он тут, блин, как лунтик. Все. Да, блин, я... Не надо на тебя отвлекаться. Все. Ждем, когда он вылупится. Падаем. Поднимаемся. Ждем. Пятый уровень мне не нравится, он какой-то... Мне нравится, короче. Чувак, перестань. Вот, молодец. 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 Бонус раунд. Отлично, да, любовь, все, вот дальше, 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 дальше. О, бонус раунд тоже считается раунд, оказывается. Вот это да. А, ну даже в условиях не написано, что... Почему, когда ты нажимаешь вверх, он идет вперед? Какая в этом логика? Да, так нет, да, это хак. Я просто имею в виду, что хак. Неофициальный, конечно же, этот. Официально это вот это. Без писечек и сисечек. Ну чему, чуть тебе непонятно, вот здесь написано milk. Ух ты ж. Да блин, ну зачем, не надо было, надо было подождать, когда он слезет. Так, спрыгивай. Какое управление дурацкое местами? Какие-то дурацкие прыжки непонятные, маленькие. Да... Ядрить.
маленький розовый шарик по имени Милк должен найти свою невесту, которую зовут Йогурт, и спасти ее от нации. И бирюзового шарика, который также соперничает за ее привязанность. Классно. Сюжет, дай боже, просто вообще кайф. А зачем я спрыгивал? Чё? Да блин! Чё я так криво свалился? Нет, я так не сделаю. Ага, классно. Да, а чё не зацепилось-то? Почему не зацепился? Здесь он обычно цепляется вроде. Блин, пятый уровень какой-то не очень удобный. Там какая-то паника все время происходит у меня. Так, ты че, чувак? Давай, слезай. Молодец. Ай, блин, чуть не успел. Оп, просочился. Так, где он спавнится? А, посерединке. Ну, что тебе не нравится? Да, я вот это тоже молоко. Дурацкий прыжок. Ну, она немножко уже с опытом, понимаешь? Да, да, блин, прыжок не работает на этой лестнице дурацкой. Оп. Стремно было. Как бы их куда-нибудь, бы их как-нибудь куда-нибудь, они по кругу ходят. Теперь. Да вы гоните. Как их тут замансить как-нибудь? Как их тебе наверх заманю? Мне надо сюда сначала попасть. Да блин. Блин, я их разъединил теперь. Нет, фигня. Нет, фигня. Так, пошла тактика. Так, подожди. Надо их склеить. Так, склеили. Отлично. Нужна была просто тактика. И надо было ее придерживаться. Все. Блин, Андрей, я тебя ненавижу.
Иди в жопу. А мне не норм. Нет, я только с тобой так. Снова ролить игру, блин, за тебя. Все, следующий даже смотреть не будем. Уже некогда смотреть. Хватит. Насмотрелись на молоко и этот. Ну все, 21-23. А? А? Не ожидал, да? Ха! Не сработал твой прикол. Ать, хорошо! Очередная игра, которую не знаю. Да я понимаю, я же видел, что ты. Просто ты так написал, что 21. Но на самом деле стало больше. Все. Всем спасибо, ребята, кто смотрел, кто зафоловился. Очень классно. Я очень рад. Я очень рад за Flying Hero, который веселый. Его мы обязательно посмотрим в следующий раз. Все. Всем доброй ночи. Или спокойной ночи тоже. Хороших снов. Всем пока.